Израиль за неделю. На народной волне. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 АМ, 99.1 ФМ. На нашем веб-сайте radio.nvc.com и на канале в YouTube, также Radio NVC. Традиционно о событиях в Израиле наш израильский корреспондент Ася Энтова. Здравствуйте, Ася. Добрый день, радиослушатели. Здравствуйте, Сергей. Начну я с вчерашнего поста. Прежде чем мы перейдем к теперешним радостным дням и интересным событиям, я хочу рассказать о том, что вчера был очень важная дата по еврейскому календарю, 9 ава. Этот день отмечают не только соблюдающие религиозные евреи, но и просто те, кто уважают еврейские традиции. Это пост в память о разрушенном храме. Причем о разрушенном и первом, и втором храме. То есть и когда стоял первый храм в 422 году до нашей эры и был разрушен. И спустя 4 столетия, уже в начале нашей эры, в 68 году, римлянами был разрушен построенный на этом месте второй восстановленный храм. И кроме того, на эти даты у еврейского народа, в общем, достаточно много грустных событий за его долгую историю. Но, тем не менее, все эти события стараются, так сказать, втиснуть в одни и те же траурные даты. Так что траурных дат у нас относительно немного. Всего 4 поста, из которых вот этот пост 9 ава самый важный. И в эту же дату, этой же дате приписывают еще многие грустные события еврейской истории, ну, начиная с события, которое предшествовало построению храма, когда еврейский народ еще получал Тору, не дождался Моше, Моше в это время на Синае получал Тору, еврейский народ создал Золотого Тельца, это, в общем, слова «золотой телец» так или иначе во многих языках христианской традиции сохранились. И Моше, вернувшись и увидя это безобразие, разбил полученные скрижали. Так вот, эту дату тоже приписывают 9 ава. 9 ава случилось изгнание, окончательное изгнание евреев из Иерусалима и из страны Израиля. Это случилось после восстания Бар-Кохбы в 123 году нашей эры. После этого Иерусалим был распахан, переименован. Иерусалим стали называть римляне Элия Капитолина, а землю Израиля стали называть Палестиной. И, собственно, вот с тех пор слово «Палестина» и используется, когда хотят отрицать важность земли Израиля для евреев. То есть римляне были гениальными пиарщиками по современной теории. Они заменили название «страна Израиля», которая связана непосредственно с евреями, с детьми Израиля, «Бне-Исраэль», так называют народ Израиля. Они заменили его на Палестину. Почему Палестина? Потому что был такой народ филистимляне, который к началу нашей эры уже давным-давно вымер. Это народ моря, народ, который пришел в Эрец-Исраэль с Крита. То есть предшественники греков, не знаю, народ европейский. Они были народ, их называли народы моря, они селились на Приморской равнине, Газа, Ашдод, Ашкелон, там до сих пор есть очень много раскопок, очень много следов их культуры. И вот именно с этим народом воевал народ Израиля, когда вернулся на свою землю и пытался ее отвоевывать, и испытывал нашествие со стороны народов моря. Ко времени завоевания Эрец-Исраэль римлянами этот народ давно исчез, но римляне взяли вот это старое название, назвали землю Израиля Сирия-Палестина, и хотели стереть вообще всякую память. И земля, где находился храм, была распахана и посыпана солью. Ну, понятно, посыпка солью – это такой символический жест, да, в
в засоленной земле ничего не растет. В Израиле это особенно актуально, потому что здесь вся вода поступает от дождей, здесь нужно следить за тем, чтобы почва не засолялась. Вот так на много веков, то есть практически на 2 тысячелетия, римляне сделали поместили евреев в изгнание. И даже сейчас, когда мы вернулись и когда мы восстановили страну Израиля, вот это вот название Палестина, филистимляне, оно до сих пор нам сильно мешает, потому что им пользуются все те, кто хотят доказать, что земля Израиля – это не родина евреев. Ну, в первую очередь, это так называемые палестинцы, о которых не было ничего слышно, которые называли себя арабами, и которые пришли сюда из многих окрестных арабских стран, ну вот, так сказать, с подачи КГБ, говорят, они взяли себе название палестинцы, палестинский народ, такой вот свежесделанный палестинский народ, причем сделан он был в 64-м году, еще до того, как Израиль отвоевал себе Иудею и Самарию. И вот эти вот арабы под предводительством Арафата стали называть себя палестинским народом. И сегодня, к сожалению, этот термин «палестинцы» общепринят. Есть палестинская автономия, есть террористы именуют себя палестинскими борцами за независимость и так далее, и так далее. В общем, пост 9 ава, он, так сказать, относится не только к тем событиям, что прошли 2000 лет назад, но и к очень современным нам событиям, например, что такое Палестина и кому она принадлежит. Ну и связанные с, да, значит, обычаи поста 9 ава, как я рассказывала уже в этой передаче, это пост с вечера накануне и до вечера, причем пост сухой, не только не едят, но и не пьют. И в дни, предшествующие посту 9 ава, уменьшают потихоньку радость. Не принято жениться, покупать новые вещи. В последнюю неделю стараются не слушать музыку, не ходить на развлекательные мероприятия и так далее, и так далее. Ну, пост 9 ава прошел, и сегодня уже срочно все, кто хотел, начинают играть свадьбы, ходить за покупками, развлекать детей. У нас тоже летние каникулы. И, в общем, жизнь потихоньку входит в свою колею. Так вот, почему еще я сказала, что пост 9 ава связан не только с событиями 2000-летней давности, но и с сегодняшним днем? Это вопрос Храмовой горы. Горы в центре Иерусалима, в центре старого города, где когда-то стоял храм, а сегодня находится купол скалы с таким красивым позолоченным куполом большим. Иногда по ошибке его зовут мечетью. Это не мечеть, хотя там тоже иногда молятся, но это не мечеть. Стоит там и небольшая невзрачная мечеть Аль-Акса, мечеть арабов, которая, в общем, была очень мало важна для арабов до тех пор, пока это не стало предметом спора, пока евреи не вернулись в Израиль, не отвоевали в 67-м году старый город Иерусалима и не стали подниматься на Храмовую гору. К сожалению, вчера, 9 ава, дата совпала с мусульманским праздником Курбан-Байрам, и, так сказать, мыслители в нашей полиции, которые не хотят себе лишних забот, сказали: ну, видите, у нас принято по арабским праздникам только арабы на Храмовой горе в своей там Аль-Аксе, а евреи подождут. Ну, это решение вызвало очень большой гнев. Очень многие люди, несмотря на пост, на жаркую погоду, на всяческие другие проблемы, прибыли ровно к тем часам, когда открывается для посещения евреев и туристов. Напомню, что большую часть времени Храмовая гора открыта для мусульман. Но, тем не менее, так сказать, выработалось какое-то статус-кво, что есть несколько часов в день, когда туда могут подняться евреи и туристы. Причем не только евреи должны туда подниматься без каких-то признаков еврейской религии, то есть без талитов, без молитвенников, но и христианам стараются тоже, так сказать, сделать так, чтобы кресты не выделялись и так далее. Все очень заботятся о том, чтобы бедных арабов не обидеть.
И вот когда евреи пришли туда в 7 часов, когда обычно открывается гора для евреев, выяснилось, что нет, храмовая гора закрыта. А в это время на храмовой горе арабы не просто молились, а швыряли чем не попало, камнями, досками в полицейских, устраивали там просто бунт, восстание. И туда были подтянуты дополнительные силы полиции. И, в общем, стало понятно, что вот такое вот закрытие горы для евреев, наоборот, не только не успокаивает агрессивность арабов, а наоборот ее возбуждает. Ну, как вы знаете, да, известная пословица «дайте палец, откусит руку», так и с арабами, так сказать, уступив чем-то одном, у нас на Ближнем Востоке это считается слабостью, а если ты слабый, значит, на тебя можно нападать. После того, как все это взвесили, после того, как многие сотни евреев, столпившиеся у входа для подъема на храмовую гору, стали скандировать, что вы, полиция, хуже римлян, вы не разрешаете нам подняться на храмовую гору. После того, как было обращение к членам, к депутатам Кнессета, потому что среди этих людей многие и есть многие члены партии Ликуда, партии Имин Исраэль. Вот, и после этого полиция изменила свое решение и решили открыть храмовую гору для евреев, но при этом, так сказать, чтобы как-то рассосредоточить такое огромное количество евреев, и их допускали на храмовую гору только на очень короткий период, их просто полицейские проводили коротким маршрутом от ворот, в которые входили, до ворот, через которые выходят, не позволяли им там особенно задерживаться. Но в результате храмовую гору посетило рекордное число, более 1700 евреев. В прошлый день 9 ава количество было меньшее. С каждым годом количество евреев, которые хотят подняться на храмовую гору, все увеличивается, несмотря на запреты, несмотря на то, что это и физически довольно трудно, постящийся человек на 40-градусной жаре, на солнце, ждущий в очереди, это все очень непросто. Тем не менее, тысячи людей пришли с детьми и отдали дань памяти храмовой горы, храма. И сегодня все настойчивее идет обсуждение в обществе о том, нужно ли нам восстанавливать храм. То, что это возможно, это понятно, потому что храмовая гора в наших руках с 67-го года. Но вот обсуждается, а может быть для начала на храмовой горе сделать какую-то небольшую синагогу, да, что никто не знает точно, как восстановить храм, какой он должен быть и так далее. Хотя институт храмовой горы, он готовится к этому времени, он создает утварь, которая нужна для богослужения в храме, золотой семисвечник, например, или какие-то посуды, какую-то посуду, из которой поливали руки священники, или какую-то там стойку, на которую выкладывались хлебные жертвоприношения. В общем, все больше и больше вопрос о том, что пора бы восстановить, мы восстановили свою страну, пора бы восстановить и Дом Бога. Вопрос об этом все больше и больше обсуждается. Но, к сожалению, на сегодняшний момент, увы, евреи далеко не всегда могут попасть на храмовую гору. И тем более евреям запрещено там молиться, за этим следят и израильская полиция, и надсмотрщики из арабской мусульманской организации ВАКФ, которая осуществляет надзор на храмовой горе. Но, как говорил Герцль, если захотите, это перестанет быть сказкой. И вот, видите, храмовая гора была закрыта под давлением общественного мнения, ее открыли, и люди туда ходили. Будем надеяться, что постепенно эта проблема как-то будет продвигаться. Сергей? Да, Ася, давайте мы сделаем перерыв, после которого вернемся, обязательно продолжим. А потом вы объявите телефон. Обязательно. Возвращаемся к беседе с нашим израильским корреспондентом Аси Энтовой. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. И давайте, наверное, попробуем принять первый звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в прошлый четверг ваша коллега сообщила о том, что израильские ученые
археологи проводят раскопки, и там, то там на Святой Земле находят следы пребывания евреев. Вот. Вот в связи с тем, что вот ЮНЕСКО, ООН объявили Иерусалим, скажем, наследием палестинского народа, находят ли эти ученые хоть какой-то след или пребывание вот этих арабских палестинцев на территории вашей земли. И вот насчет Храмовой горы. Вот в 67-м году израильские войска освободили Восточный Иерусалим. Я себе не представляю, чтобы советское руководство вот в 45-м году позволило бы, захватив Берлин, позволили бы сохранить вот этот, как говорится, Рейхстаг и сохранить все вот эти присутствия фашизма на территории Германии. Почему ваше руководство позволило сохраниться вот этому очагу ненависти к Израилю? Спасибо. Ну, вы знаете, купол скалы, он не совсем... это историческое здание. Это историческое здание, построенное в средние века. После этого крестоносцы, которые заняли Иерусалим где-то в X-XI веке, они называли его храмом Соломона, и он служил церковью, не больше, не меньше, как церковью. Это был молельный дом, и с тех пор есть орден тамплиеров. Темпл, от слова «темпл» – храм. Так что это историческое здание, и я не знаю, так сказать, сегодня оно стало, даже не оно, сегодня говорят не о куполе скалы, сегодня символ ненависти к Израилю – это мечеть Аль-Акса. Небольшая невзрачная мечеть, которая, в общем, ничего собой не представляет, просто ей дали имя, которым, насколько я знаю, я небольшой знаток Корана, но насколько я знаю, в Коране так называлась мечеть, где молился Мухаммед, и поэтому вот в честь этого ей дали такое имя. Но, в общем, в мусульманской традиции она никак не известна и действительно стала интересна арабам только как символ сопротивления евреям. Потому что евреям нужна храмовая гора, значит, сделаем им напротив, на зло. И надо сказать, что во время мусульманского владычества евреев не пускали на храмовую гору. И они действительно могли только подходить к стене плача и на храмовую гору подниматься не могли. Значит, почему не разрушили? Я не говорю о том, что не разрушили. Тут более интересный вопрос. Почему Моше Даян передал храмовую гору в ведение мусульманского совета, ведущего святыми местами, который называется Вакф? Это интересная очень история, правда, она длинная. Дело в том, что светское социалистическое правительство Авады, которое было тогда у власти в 67-м году, оно опасалось подъема таких религиозных, как они считали, настроений. А на самом деле это не религиозное, на самом деле любой еврей, религиозный или нерелигиозный, для него это история. Для него это национальный символ, даже, может быть, больше, чем религиозный. Так вот, они опасались подъема религиозных настроений, а, как мы знаем, все социалисты, они против религии, Бен-Гурион и рабочая партия были антирелигиозные. И они, Моше Даян буквально сказал, зачем нам нужен этот Ватикан? В коалиции с партией «Авада» сидели религиозные партии, то, что сегодня называется ультрарелигиозные, харидим. И раввины тоже подумали, значит, дело в том, что место, где стоял храм, особенно где находилась святая святых, это святое место. Попадать в храм нужно было со специальными приготовлениями. Омывание в микве, некожаная обувь, там в какие-то пределы допускались все, дальше допускались только священники, левиты, а в святая святых мог входить только главный коэн, главный служитель храма. То есть некоторые ограничения.
И раввины стали говорить, ну вот, как мы, так сказать, это же будет осквернение, люди вот будут топтать это место, могут попасть на святое место и будут его топтать, неподготовленные. Значит, нам тоже будет проще, если вход евреев на храмовую гору не будет разрешен. И до сегодняшнего дня висит табличка при входе на храмовую гору, что главный раввинат считает, что нельзя еврею подниматься на храмовую гору. Нет бы огородить место специально и сказать, вот мы, так сказать, считаем, что, наверное, вот здесь было святая святых, но вот давайте возьмем на всякий случай еще большее место. Храмовая гора – это очень большое место, там был храм, но там было еще много чего. Так вот, вместо этого, знаете, раввины среагировали как бюрократы. Бюрократы тоже всегда проще запретить, чем разрешить в каких-то пределах, да, и брать на себя ответственность за это разрешение. Раввины, а раввины главного раввината – это бюрократы, они государственные служащие, им проще было запретить, чем разрешить. И вот с согласия вот так вот раввинских представителей социалистическое правительство решило, что нам это не нужно, и передало храмовую гору в ведение арабского мусульманского вакфа. И до сегодняшнего дня там ходят вот эти вот ваковские смотрщики, ходят за еврейскими группами и смотрят, чтобы евреи не молились там. Ситуация действительно вопиющая. Ни в какой другой стране, если еврей где-то там тихонечко стоит и шепчет про себя молитву, так сказать, любые придирки к нему будут восприняты как чистый антисемитизм. Только в Израиле это возможно. Ну, евреи парадоксальный народ, но я уже сказала, что все-таки ситуация меняется к лучшему, и будем надеяться, что эта ошибка будет исправлена. Сергей? Спасибо. 847-400-5200, телефон нашей студии. Если у вас будут вопросы к Асе, не стесняйтесь, звоните и задавайте. Ну, А я хотела бы остановиться еще, к сожалению, на двух грустных событиях. Так вот, под влиянием 9 ава все у нас грустные события идут. 9 ава 2005 года было назначено выселение Гуш-Катифа, то есть выселение еврейских поселков, которые находились в секторе Газа. Сектор Газа – это довольно большой сектор, такой длинный, где-то 40 километров на где-то на 15-20, такая вот длинная полоса вдоль моря. И там было очень много еврейских поселков и такой городок Невет-Калим. Занимались там люди в основном выращиванием. На этих бесплодных песках они выращивали потрясающие биологические чистые овощи, большая часть которых шла на экспорт, потому что они там были без всякого применения химии. Это были процветающие поселки, которые сами себя окупали, в отличие от кибуцев сельскохозяйственных, которые бесконечно просят у государства субсидий, пособий за неурожай, за то, за сё, воду бесплатную и так далее. Так вот, эти поселки были на самоокупаемости полной, ничего не просили, в отличие от кибуцев. Более того, они защищали весь остальной Израиль от самого города Газа, который после отступления Осло стал гадюшником и рассадником террора. И тогда, когда жили жители в Гуш-Катифе, ни Сдерот, ни Димона, ни Бершева не страдали вот от обстрелов из Газа, как они страдают сегодня. Этих жителей просто взяли за руки и за ноги и выселили по решению Шарона. Причем против этого решения Шарона проголосовала большая часть его собственной партии Ликуд. Шарон сказал: ну и что? Формально меня это ни к чему не обязывает. Переформировал правительство, выгнал из правительства правые партии, взял в правительство левые партии и через Кнессет провел утверждение закона о размежевании и совершил размежевание. Ну, Всевышний, случай, еще что-то, но Шарон был наказан, он после этого, довольно скоро после этого попал в кому и пролежал так много месяцев. А еврейский народ тоже был наказан, в Газе обосновался Хамас, и до сегодняшнего дня
у нас бесконечные проблемы, обстрелы с газоракетами или обстрелы горючей смесью, привязанной к воздушным шарикам, которые бесконечно вызывают у нас пожары на юге. Группы террористов бесконечно пытаются пройти через этот разделительный забор. Вот только недавно израильские военные смогли поймать довольно большую группу террористов, вышедших из Газы. Так что и до сегодняшнего дня, 14 лет прошло, людей, которых выселили из Газы, до сих пор у многих из них нет постоянного жилья, постоянного дома. Все это делалось в спешке, все это делалось непродуманно. Люди, жившие в Газе по 30 лет, которые там собственными руками строили дома, оказались выкинутыми непонятно куда, выкинутыми в какие-то гостиницы, а у всех было много детей, у многих были домашние животные, в гостинице животных нельзя вообще, с детьми тоже проблема. Дома для них не были приготовлены, не были построены. Более 10 лет многие ждали, когда они смогут, потому что эти люди не хотели просто покупать дома где бы то ни было, они хотели остаться общиной, они были тесно связаны, потому что вот такие тяжелые условия жизни, они связывают людей, делают их семьей, общиной, которая помогает друг другу. Они хотели остаться такой общиной, а купить дома для сотен семей сразу в одном месте – это проблема. Их строили, потом передавали кому-то другому и так далее, и так далее. То есть до сегодняшнего дня, то есть уже во всех отчетах пишут о том, что совершенно было не подготовлено это выселение, и жители, выселенные жители, сильно пострадали. Среди них гораздо большее число, чем в среднем, да, и чем до выселения гораздо большее число синдромов травмы, каких-то болезней, вызванных травмой, таких как инфаркт или рак или еще что-то. Среди молодежи тоже достаточно большой процент, так сказать, неблагополучных, не вписывающихся, не социальных проявлений. То есть молодежь перенесла такую травму. Но жалко даже не только самих этих жителей, а весь Израиль, который получил вот такую вот открытую базу для террористов Хамаса на юге и до сих пор никак не может решиться завоевать Гуш-Катиф обратно и решить проблему террора нашего юга. Ася, давайте, у нас есть звонок, ну давайте попробуем принять. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Ася, вы знаете, что интересно? В 98-м году мы были в Израиле, стояли полчаса в очереди длинной, и нас на Храмовую гору тоже не пустили. В 98-м. А в 5-м, наверное, или в 6-м году, до сих пор, помню, по телевизору показывали, какие были плантации помидоров в Газе, которых убрали. Маленьких помидоров. Огромные плантации, высокие кусты, огромные помидоры. Работали там, естественно, соответственно, люди, и не только евреи. И все это до сих пор помню, как вот сейчас увидела. Когда евреи станут евреями, а то скорее станешь антисемитом. Хороший Спасибо вопрос. Вам за передачу. Хороший вопрос. Я тоже очень хорошо помню. Мы тоже были много раз в Газе, потому что там прекрасные пляжи, просто прекрасные пляжи, замечательное море, сезон купания 6-7 месяцев в году, теплицы, да, вы сказали про эти теплицы, там вот эти вот маленькие помидорки шерри, их выращивали высотой выше человека, специальная технология. Специальная технология полива, да, увы. И я, к сожалению, вот 9 ава всегда вспоминаю, что я была там во время выселения, я пыталась этому препятствовать, ходила на демонстрации до начала выселения, потом проникла незаконным образом, потому что сектор Газа уже был закрыт, мне удалось туда проникнуть, удалось там как-то демонстрировать. Но, к сожалению, там не было организовано никакое сопротивление. Более того,
руководители всячески успокаивали народ и боялись, что будет какое-то сопротивление, боялись, что начнется гражданская война. Вот поэтому все прошло без сучка и без задоринки. Выселяемые обнимали выселяющих. Ну, это определенно. Асенька, давайте мы сделаем перерыв в этом месте, после чего вернемся, продолжим и обязательно примем звонки. Возвращаемся к беседе с нашим израильским корреспондентом Аси Энтовой. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если у вас еще есть вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Были попытки дозвониться до перерыва. А вот давайте примем звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас. Алло, слушаем вас. Алло. Да, пожалуйста. Добрый день. Можем задать Асе вопрос? Да. Конечно. Ася, наверное, Шарона наказал Всевышний за то, что он сотворил. Это первое, но это просто комментарий. А второе, почему Элькин отделился от Ликуда? Вы понимаете, голоса заберут и опять или выиграют? Есть такая вероятность? Значит, проблема следующая. Ну, это тоже очень важная тема, выборы. Проблема тут следующая. Значит, раньше у нас как была партия Мавдаль, традиционная религиозная партия, и была партия Фейглина, Зиуд, правая нерелигиозная партия. Потом Беннет и Шакет вышли из партии Мавдаль, ну, партия Мавдаль вместе с Эхуд Леуми, с Смотричем. Все это была религиозная правая партия. Потом Беннет и Шакет вышли из этой партии, сказали, что они не хотят чисто религиозную партию, вышли, сделали свою партию, провалились на выборах, и теперь они вернулись обратно в эту партию Мавдаль. Фейглин все время вел переговоры о том, чтобы им объединиться, поскольку Шакет вообще не религиозная, Беннет, так сказать, тоже за то, чтобы создать нерелигиозную партию. И целый месяц велись переговоры о том, чтобы партия Зиуд соединилась с партией Беннета и Шакет. Вместе на выборах они набрали 7 мандатов. Значит, вот чуть-чуть им не хватило до 8, чтобы пройти. И вполне эта партия могла бы пройти. Но Шакет решила по-другому. Она решила вернуться в партию Мавдаль, забрала с собой Беннета и не захотела дать там Фейглину какое-то место. Фейглин был готов объединиться там, он был готов идти вторым номером после Беннета, после Шакет. Значит, в партии Мавдаль все были очень озабочены, кто на каком месте будет сидеть. Значит, взяли обратно Шакет на первое место. Тоже была большая проблема, что религиозную партию возглавляет нерелигиозные женщины, к тому же. Так сказать, женщина, для феминисток это, конечно, очень важно, но для избирателей религиозной партии это как раз может быть препятствием. Тем не менее, ее поставили на первое место, потом поставили Беннета, и в результате партию Ацма, которая раньше тоже была с ними, и Тамар Бен-Гвир, его место отодвинули совсем назад. Так что он вышел вообще из этой партии, а для Фейглина тоже, так сказать, не захотели представить каких-то нормальных мест, на нормальных проходных мест. В результате Фейглин был вынужден идти отдельно, хотя он очень хотел объединиться. И поэтому у нас сейчас получилось две правых партии. Одна правая партия религиозная, то есть это Мавдаль, они называются сегодня... Ну, они пытались называться «Объединенные правые», сегодня они называются «Ямина», то есть «Вправо». И партия Фейглина, партия правая, либеральная, которая за либерализацию экономики, а партия Мавдаль исторически, она достаточно социалистическая. Она за то, чтобы государство перераспределяло огромные средства. Вот. И это получается вторая партия, нерелигиозная, но и не антирелигиозная, в отличие от Либермана, да. И эта партия может перетягивать людей, которые не хотят за религиозные партии голосовать, и которые хотят, наоборот, уменьшения религиозного законодательства, чтобы государство не навязывало гражданам какие-то религиозные законы. Они могут голосовать за эту партию, что будет хорошо, что отвлечет избирателей Либермана, настроенных антирелигиозно, и избирателей бело-голубых, Кахоль-Лаван,
которые тоже настроены за свободную экономику, но не хотят религиозную партию. Так что, возможно, такая вот вторая светская правая партия, возможно, это будет как раз то, что нужно. Ну и каковы прогнозы? Вообще, я не знаю, насколько можно верить опросам, проводимым. Опросам очень трудно верить, потому что перед прошлыми выборами Фиглину давали и то, что он не пройдет, и то, что он получит 7 мандатов. Так сказать, опросам верить довольно трудно. Сегодня окончательных опросов нет, только 1 августа все подали свои списки. Подчеркиваю, у партии Мавдаль нет никакого представителя репатриантов в списке. А в списке Зиута Фейглина там на четвертом месте, а четвертое место это реально, если партия проходит, то она получает 4 мандата, если она получает меньше 4, она просто не проходит. Так вот, на четвертом реальном месте стоит репатриант из бывшего Советского Союза, Аркадий. И я там в списке тоже на довольно близком месте. Значит, опять же, возможно, эта партия будет привлекательна для репатриантов, для тех, кто не поддался антирелигиозной риторике Либермана, что вот все религиозные у нас паразиты, все они нам мешают жить. Значит, Либерман совершенно забыл свою риторику против арабов, и теперь все, что он говорил про арабов, он говорит про евреев. Вот, так вот, может быть, из этих избирателей Либермана все-таки решат, что лучше им голосовать за Зиуд. Ну что ж, желаем вашей партии удачи на предстоящих выборах. Готовитесь. Спасибо. Пока что у нас идут битвы между различными партиями, и левые партии атакуют правых, но кроме того еще между собой левые воюют с левыми, правые с правыми, потому что понятно, что перетягивание мандатов идет внутри лагерей. Значит, партия Авада, рабочая партия, всячески, так сказать, обвиняет партию бело-голубых в том, что они не будут заниматься социальными вопросами, сделают бедных еще беднее и так далее, и так далее. В свою очередь, представители этой партии, Ямина новой, бывшего Мавдаля, обвиняют партию Ликуд. В общем, совершенно справедливо, что она недостаточно правая, что при партии Ликуд плохо строятся поселения, экономика недостаточно свободная и так далее, и так далее. Причем вот эти вот взаимные обвинения достигли такого накала, что когда Смотрич стал говорить, что Нетаньяху, он слабый премьер, он поддается давлению, Нетаньяху не выдержал, вызвал его к себе для беседы. И пресса уже говорила, все, Нетаньяху снимет Смотрича с поста министра, выведет его из кабинета. Ничего, два еврея как-то договорились, успокоились. В общем, разумная позиция, чтобы правые партии друг друга не атаковали. Будем надеяться, что это будет принято. К сожалению, на прошлых выборах очень многие атаковали, правые же партии атаковали Зиуд, потому что боялись, что он отнимает голоса у Ликуда, отнимает голоса у Мавдаля. Будем надеяться, что на этих выборах все-таки не будет такого накала борьбы внутри лагерей, а вся борьба будет за то, чтобы растормошить вот середину. К сожалению, на сегодняшний день главное, что показывают опросы, и в чем я опросам верю, то, что избиратель устал, избирателю надоело. Один раз уже он выстоял предвыборную кампанию, сходил на выборы, теперь ему все надоело, теперь время отпусков, никто об этом не думает. В сентябре там начнется подготовка к праздникам осенним, и избиратель говорит, вы мне все надоели, вы не выполняете обещаний, мы вообще не хотим идти на выборы. К сожалению, опросы показывают, что явка на выборы будет гораздо меньше. Это печально. Спасибо огромное, Ася, и до встречи в следующий раз. Спасибо, до встречи через неделю.